В Польше статуя Христа начала раздавать интернет. Монтаж передатчиков на короне статуи Христа заказал местный приходской священник для обеспечения мониторинга в приходе, однако сигнал с головы Иисуса раздается также и другим пользователям. В Польше на 36-метровой статуе Иисуса Христа в городе Свибодзин по просьбе местного священника установили оборудование для раздачи интернета. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает издание «Эффект-24». Отмечено, что представители прихода в комментарии польскому изданию отрицали свою причастность к установке передатчиков в короне Иисуса и утверждали, что ничего об этом не знают. Однако журналисты нашли компанию-провайдера, которая непосредственно отвечает за оборудование. Ее представитель подтвердил изданию, что монтаж передатчиков заказал местный приходской священник для обеспечения мониторинга в приходе. Однако сигнал с головы Иисуса раздается также и другим пользователям. Провайдер утверждает, что оборудование установлено законно. С помощью дрона журналистам удалось получить изображение антенн в короне статуи Христа. Как известно, статуя Иисуса Христа, царя Вселенной, известная в Польше скульптура. Ее установление инициировал священник Сильвестр Завадский, сердце которого вскоре было похоронено под статуей. Проект задумывался как аналог 39-метровой статуи Христа Искупителя в Рио-де-Жанейро. При этом польский памятник выше бразильского, если учесть, что 36-метровая статуя стоит на искусственной насыпи высотой 16,5 м. Ранее сообщалось, что российские руферы забрались на статую Христа в Бразилии. Новости от корреспондента в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://tmikorrespondent.net по материалам сайта newsgra.com.